Аубриция – разноцветное покрывало. Аубриция относится к разряду почвопокровных растений. Она разрастается очень быстро, благодаря чему на территории, оказавшейся в ее власти, образуется живой ковер. Он может иметь разные оттенки – синий, пурпурный, красно-розовый, фиолетовый. После увядания, что случается только в сентябре, на месте цветка появляется стручок. Это плод, в котором содержатся вызревшие семена, имеющие коричневый цвет. Чтобы вырастить аубрицию, потребуется совсем немного усилий. Если информация оказалась полезной, ставьте лайки и подписывайтесь на нашу страницу.